Поднимемся по лестничке от улицы Подвысоцкого до Ботанического сада. Впереди находится Институт проблем прочности. Может быть, сейчас там что-то другое. На его месте раньше было Братское кладбище. И вот эти вот погреба, они выкопаны на террасах кладбища. Да, вот все эти погреба стоят на костях. Лестничка давняя, просто раньше она была в более плачевном состоянии. Это детский сад. Тут справа испокон веков была голубятня. Кому-то помешали. Забором здание, принадлежащее Институту проблем прочности. Погреба продолжаются здесь же. Так были террасы, ряды могил со старшиной в каждом начале ряда. В начале каждого ряда. Поднимаемся к Ботаническому саду. Разворот троллейбуса. Диспетчерская. И сам Ботанический сад. Его не видно за машинами даже. Скоро сирень, скоро будет наплыв людей.